Добрейшего времени суток, уважаемые зрители, подписчики нашего канала. Мы только вот недавно закончили Alien Isolation, и у нас есть еще два дополнения. Это команда смертиков и последний выживший. Приступим же мы к команде смертников. Это коротенькое дополнение, как я ознакомился. Часика на пол, если не тупить нигде, если все получится хорошо. Но эта тварюга огромная. Посмотрим. И она уволокла Бретта? Да, воздуховод утащила. Меня больше волнует, что она шарится тут по вентиляции. Мы это используем. Заманим тварь по главной шахте вентиляции прямиком в шлюз. И кто будет приманкой? Ах, первая часть чужих. Эллен Рипли. Ну, блин, а кого еще мы будем? Ну, хотя по сюжету... Что надо делать? Рипли, ты заманишь существо в главную шахту. Мы запрем его на нижней палубе, и Эш откроет шлюз. Запри люки техобслуживания. Через них мы с Ламберт и Паркером будем следить за перемещениями твари. Ну все, поехали. Но нужно будет попробовать и за других актеров поиграть. Поскольку это дополнение, как я сказал, очень короткое, велика вероятность того, что за разных игроков будет разные эти миссии. Нужно будет проверить это. Ух ты, вот этот компьютер. Папа, мама или как там его. Так, я взял снаряжение. Это огнеметик. Там, по-моему, был еще датчик этого движения. Закрыть люк. У меня только огнемет. Так, стоять. Где здесь что? Что мелькнуло? Вы же это видели? Или это... Блин, или это было только... Ну, возможно, мне показалось. Ну, ладно. Ах, здесь знак восклицания. А, вот оно. Внезапно вышли из анабиоза раньше срока. Желтый сигнал. Бортовой компьютер засек сигнал бедствия. Повторяющийся акустический маячок с планетоида. Какая-то неизвестная мне разновидность. AG-348. Сами понимаете. По правилам мы должны проверить, что там. Я пойду... Привидение. Даллас. Конец связи. Даллас, это капитан. Это наш капитан. Костюмчики такие. Так, идем. Ага, стоять. Здесь могут быть какие-то няшки-шняшки. Ладно, бежим через лазарет. Лицехват. Так, я взял аптечку, да? Ну, я же ее, по идее, наверное, смогу создать. Что мне нужно? Шприц нужен. Угу. Странно, да, что его здесь нет. Это все-таки лазарет. Так, закрыть люки. Так, посмотрим же, в чем у нас будет основная суть. Биш. Система безопасности заблокировала ряд дверей. Снаряжение вам придется подбирать по ходу дела. Увы, бортовой компьютер тут сыграл против нас.
Пусто, да? Очень классно. Так, но сначала нужно сбегать в этот отсек. То есть он только что сказал, что на том планетоиде можно дышать. Не знаю, насколько долго, но дышать можно. Азот, кислород, углекислый газ, то есть... Система безопасности заблокировала ряд да, дверей. В курсе я еще, по-моему, по этому коридору не... Увы, бортовой компьютер тут сыграл против нас. Не бегал. Здесь, по идее, можно раздуплиться чьи-то комнаты, если включить дедукцию, как говорится. Так, что здесь ни одного лючка не будет? Какой-то клей. Мне шприц дайте, а. Все, замолчи. Радио. Ну ладно, полезли. Побежали вниз. Система безопасности заблокировала. Ой, блин, ты это, заскриптованный-то какой. По ходу дела. Увы, бортовой компьютер тут сыграл против нас. Ладно. Могли бы назвать имя бортового компьютера. Мне ж любопытно. Ну, пока я бегаю, знаете, так. Мне наконец-то. Я же тут как на ладони, и деться некуда. Закрывай меня. Все будет нормально. Не ссы. Я тебя закрыла. Теперь просто жди. Ну, че значит закрыл? Я ж кнопку не нажал. Странно, да? Скрипт как сработал. По входу в комнату, а не по нажатию. Что-то она жирновата, как мне показалось. А это, блядь. Что это было? Ну и как это называется? Так, это мы сделали, но... Ну, здесь уже бродит чужой. Так, это комната, к которой у нас нет доступа. Охренеть. Я-то думал разгуляться. Блин. А мне-то нужно пройти полный путь обратно, как говорится. Сейчас мне нужно взять направо.
Тварь залезла. Так, а мне нужно сюда. Вали нахрен. Так, полагаю, теперь нужно потише. Я с радостью послушаю. Я тоже. Далеко, короче. Блин, в ящиках вообще ни хрена нет. Это какое-то сплошное обман. Так. Закрыто. Полезем через люк. Сейчас так туда голову. А там чужой с открытым ртом уже ждет. Почему фонарика нет? А фонарика не было в оригинальной части, наверное. Да, вот так вот Рипли лазила. Так, чужой ходит по этому коридору, да? Ну, мне нужно через серверную направо. Спалил, нет? Палил. Ну и как это? Да, я только что выполнил, закрыл эти комнаты в обратном порядке, потому что меня съели. Так эта хрень там бродит. Теперь здесь. Прикол в том, что здесь проще, конечно, побегать. На удивление пусто. Тихо, тихо.
Да. Беда. Но здесь, на удивление, просто сделано так заскриптовано. Рад тебя видеть, Рипли. Конечно, лучше бы я пошел вместо тебя. Я сама так решила. Закончим мяч. Тварь здесь. Она, ну, скриптами просто привязана, искусственно усложнено. Потому что на самом деле она очень короткая. Да. Найдите главную вентиляционную шахту и заманите существо на нижнюю палубу. Я смогу включить шлюз со своего компьютера. Ходит вот здесь за стенкой. Да, и мне нужно пройти по этому коридору, да? Как долго она тут бродить собирается? Опять идет. Ну, оно реально ходит специально по тому маршруту, по которому нужно идти мне. Ну. То есть мне придется сейчас... Либо, ну, сразу... Подожди, мне нужно куда? Ага, мне нужно вперед. То есть, когда чужой пойдет относительно сейчас направо... Надеюсь, он не вылезет прямо мне на голову. Так. Ну, уводим чужого в шахты, видишь. Да-да-да. Перезарядиться нужно только. Так, мы на месте. Пытаюсь что-нибудь засечь. Погоди секунду. Кажется, вижу тварь. Да, она там. Рядом с тобой. Так, вижу тебя на сканере. Ну, где именно? Справа! Прямо рядом с тобой! Пожалуйста, осторожно! Направо! Хорошо, двигайся в эту сторону! Налево! Направо! Thank you.
Могли бы сохраняшку сделать уже после того, как мы туда спускаемся, то это же тупо. Я в главной шахте. Пожелайте мне удачи. Так, мы на месте. Пытаюсь что-нибудь засечь. Погоди секунду. Кажется, вижу тварь. Да, она там, рядом с тобой. Так, вижу тебя на сканере. Ну, где именно? Прямо рядом с тобой. Пожалуйста, осторожно. Да-да! Да-да! Прямо, прямо! Вправо! Прямо, прямо! Ты почти на месте! Вправо! Вправо! Так, стоять. Так, ну я здесь. Ага, то есть мне вот эта херня нужна. Я подключила вас к шлюзам. Все, тварь здесь. Вы поняли? Так действуйте. Спрячьтесь где-нибудь, пока шлюз открывается. Так, чужой ходит по этому коридору, ну, как обычно. Шлюз готов к открытию. Заманите тварь во внешнюю камеру. Вы должны ее там запереть. Да, давай, вставай. Мать вашу. Тварь идет куда надо. Только я не знаю еще куда надо. Тут что-то странное. Вот и справились. Но шлюз, по-моему, не закрылся. То есть это первое. Я ничего только не вышло. Дошел. Я должен обратиться к бортовому компьютеру. До шлюза, и тварь сама туда зашла. Мне аж неловко. Некоторые люди привести существо. 150 попыток тратили, главное, чтобы его туда заманить. Остальное второстепенно. Но все из-за того, что пытались заманить. Вы так и не поняли, с чем имеете. Не в большую в комнату, а в ту, что подальше. Оно идеально. Нужно просто в ту комнату заманить. Его структурное совершенство может сравниться лишь с его кровожадностью. Да, Бишоп так восхищался этой тварью. Это восхитительно. Потрясающе. Оно лишено таких излишеств, как совесть, сострадание, иллюзорная мораль. Не буду лгать вам. О том, много ли у вас шансов. Но знайте, я на вашей стороне.
и потемнело. Это Бишоп такую тираду запел. Ничего, я еще посмотрю, за другого персонажа меняется ли геймплей. Если меняется, то я его запишу. Если нет, то запущу последний выживший. Что могу сказать? Заскриптовано и излишне усложнено. Просто потому что чужой чаще появляется и дольше не уходит и курсирует там, где нам нужно пройти. Не знаю, секрет прохождения: просто берете и в тупую бежите куда надо. Увидели чужого, подпалили, добежали к одной точке, побежали к другой. Увидели чужого, подожгли, подбежали к третьей точке. Единственная сложность это в туннелях. В туннелях мне тоже пришлось потратить, не знаю, попыток 5, наверное, чтобы этих в вентиляции пройти. Но там тоже все методом тыка проходится достаточно быстро. Ну, либо... А с люком вообще мне повезло. С первой попытки чужой дошел до люка в первый раз раньше, чем я. И я просто по радару дошел туда и впервые, увидев люка, увидел там чужого и нажал кнопку. Так что до новых встреч.